супружеская пара из Волгограда на протяжении нескольких месяцев насиловала собственную 12-летнюю дочь. О преступлении стало известно в ходе планового осмотра девочки у гинеколога. В полиции супруги заявили, что действовали исключительно в интересах ребенка. Как сообщают СМИ, в полицию обратилась врач-гинеколог, проводившая осмотр шестиклассницы. Женщина заметила, что 12-летняя девочка имеет регулярные половые контакты, и забила тревогу. В результате расследования выяснилось, что девочку насиловал ее собственный 34-летний отец, а иногда к происходящему подключалась и мать. Женщина объяснила полицейским, что сама подвергалась сексуальному насилию в детстве и не хотела, чтобы дочь повторила ее судьбу. Именно в целях защиты и сексуального воспитания девочки она позволила мужу неоднократно вступать с ней в половую связь. Дайл Эмайл приводит слова матери, сказанные ею в полиции, «Лучше мы, чем какой-то маньяк». В настоящий момент супруги ожидают суда под стражей и уже лишены родительских прав. За совершенные преступления им грозит до 20 лет лишения свободы. Интересно, что психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость горе родителей. 13-летняя жертва супружеской пары сейчас находится в реабилитационном центре.